диалоговых ваших площадках звучали инициативы о том, чтобы усилить зависимость доходов работников от финансового результата предприятия. Распределение дивидендов или передача в собственность части акций требует честного законодательного закрепления. Но вы должны при этом помнить, в Беларуси сегодня нет и никогда не будет олигархов, по крайней мере при нашей с вами власти.